розыгрыши, честный дроп, интересные конкурсы. Тебе интересно, где все это можно найти? Заходи на forcedrop.net. Только у нас ты найдешь самый мощный дроп, систему лайфтрейдов, авторские кейсы от топовых ютуберов. forcedrop.net. Бери от жизни лучшее. Всем здорово, друзья! С вами, как всегда, Кофе и Excel. И сегодня у нас необычное видео на канале. Мы отправляемся разваливать кабины в такой режим, как напарники в CSGO. Всем привет! Так, ребят, мы запустили карту Overpass. Вот, то есть, я думаю, что уже многие знакомы с этим режимом напарники. Вот. О, один на зиге. Так, подожди, перестрелочка у нас тут намечается одна. Сейчас. Вот. Так, там, кстати, бомба на зиге. Я сейчас сверху. Я на хэллоу. Давай, 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 давай. Еще один. Там их двое? Минус, минус один. Там их двое? Так, ну слушай, если бомба там, то чувствую, что их, да, там двое. Да, вот второй. Давай, 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 давай. Хорошо пошло, хорошо пошло. Итак, ребят, рассказываю для тех, кто не знает, что же такое режим напарники. Вот, это совершенно новый режим, почти то же самое, что и соревновательный режим. То же самое, что и матчмейкинг, да, только немножко все по-другому. Вот, играть его тут 2 на 2, то есть не 5 на 5, как в соревновательных режимах. Да, и карта у нас уменьшена, и доступен только один план Б. Да, 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 да. Так, я забыл бай сделать. Так, что купить, что купить? Купить. Так, 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 так. Ладно, возьму МП-9 бульдозер. Ну просто ничего другого денег не хватило, к сожалению. Так что вот. Выпендрился. Так, смотри. Какие. Ну конечно, конечно. Он всего лишь там стоит, ну, недорогой. Так. Да. Ну потому что. А? А куда смог это у них прилетел? Интересно. А куда они смог кинули? Я не знаю. Не понял, они на раскидку делают, похоже. А, они на раскидку делают. Да, да, да. Только один. На зиге. Минус. Хорошо пошел, ой, как мне нравится. Так. Он из монстра вышел. Вообще хорошо, прям очень круто. Ребят, просто смотрите, тут тоже есть своя система калибровок. Вот, да, то есть здесь тут, мы играем до 9. Да, то есть тут получается. Мы играем, во-первых, до... Нет, до 8 раундов. Вот, нет, ну надо но выиграть вообще, смотрите, 9? В соревновалках, да, в соревновалке надо выиграть 16 раундов, тут надо выиграть 9 раундов. Вот, то есть если... мы выиграем 8 раундов за КТ и выиграем еще один раунд за террористов, то это изи победа. В любом случае, это 9 играют, какая разница. Да, 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 да. Тот первый набрал 9, тот выиграл. Вот, но еще также, чтобы получить раунд ранг в режиме напарников, вам надо также выиграть 10 соревновательных игр. Давай, давай, двое, двое, двое снизу, минус 1.88 и другие там тоже лоу хп. Можешь кинуть гранатку, в принципе. Ай-яй-яй. Вот как всегда, не вовремя-то эти, а, выскакивают. Давай, Илья, ага. Тащи. Тащи, давай, давай. А чё ты с UMP бегаешь? Это ж неудобная пушка на близость. Точнее, это хорошая пушка, но на... Да господи, сколько? Минус 84, 8. Блин, ты прикинь, у них осталось всего одного 12 хп, у другого 16. Ну ладно, нормально. Сейчас, ребята, мы сделаем уже полноценный бай. Там раскидочка, гранаты, тыры-пыры, все дела. Вот, поэтому так. Ну, слушай, я прям конкретно закупился на все деньги, которые были. Да, вот, что, поэтому... ВП или М-ка? Нет, у меня эмочка. Я эмку взял пока что на первое время. Я, короче, на хэллоу не буду стоять. Наверное. Мне кажется, вы что-то прям подсказывает, что у них сейчас по-любому у кого-нибудь из них АВП. Там калаш, мне кажется. А прилетела, этот, флешка прилетела ко мне. На зиге они, походу. Еще... В смысле, они из монстра уходят? Разве? По-моему... Флешка летит с монстра. Черт. Сейчас они закинули смог. Зиги раскидка. Вот, видишь, я о чем и говорю. Может быть, один с монстра идет, один зиги. Возможно, возможно, возможно. Да, на монстре уже один. Да, ой, видишь, меня простреливают. На зиге один. Найс. Так, и второй где? Тоже так. Зига. Бил. Хорошо! Так, что у них по дропу? P90 и АК. Что-то они как-то так себе, какой-то очень странный этот подбор оружия себе делают. У одного клаша, другого P90. Ты знаешь, один заходит, отвлекает, другой рашит с P90. Нормальная тактика, нормально. Так, что ты куда сейчас пойдешь? Так я поменяю позицию, чтобы типа они не привыкли, тут и я за бочки встану. Да, сейчас тоже нежданчик такой от меня будет. Я тут немножко подпушил зигу. Аккуратнее. Не ожидал, он сейчас на жопу шел. На шифте шел. Нормально. О, один. Ой, хорошо, а другой сгорел. Блин, мне нравится.
нравится, это что-то чересчур какая-то слишком и легкая игра, я не знаю. Но или может быть это они из-за просто того, играют что... за террористов? Да, я только хотел про это из-за сказать. Из-за этого типа сложно. Тут типа, просто играть. Ребят на оверпассе все знают то, что тут КТ это преимущественная сторона. Да, вот. Везде в принципе преимущественная сторона, но просто именно на Бэплен заходить очень трудно без раскидок. Они выходят без раскидок, и это типа очень круто. Ну, у меня такая логика, не знаю. Так, я там по ногам кому-то попал. Давай. Ой, хорошо! Там просто в щель залетело, просто в щель! Там она таких узеньких размеров была, что ну, это капец. Так, я кину смок на Зигу. Не, ну тут просто это я вот прям уверен на 100%, на 200%, что это уже точно наша победа. Вот, а где второй типок? Но я пока не буду рашить, не буду выходить, а то сейчас вот начнется, вот это будем рашить, расслабимся и так далее, и они начнут выигрывать. Ну, как всегда, это обычно получается. Ну да. Тип чё? Второй тип. За это ты флеш? А, да, это я раскидываю тут на всякий случай. Или может быть он халдит, ждет, пока мы тут значит, побегаем, все раскидаем. Но мы не будем выходить, мы же не дурачки. Ну да. Кажется, он стоит. Мне так хочется выбежать, но ты не представляешь. Я так хочу выбежать, мне тоже кажется, что он на болоте стоит. Поэтому я вот тут стою, контролю его выход, но... Или он АФКшит, я не знаю. Тут много версий, ребят, как вы могли заметить. Так-то да. Ну, выходишь или нет? 16 секунд, 15. Надо его позвать. Дед Мороз, выходи! Это знаешь, как в детстве было? Да, блин, я не знаю. Я думаю, ему теперь можно точно запушить! Вот и он! Только я не понимаю, он вышел типа на 4 секунде. Чисто время, которое оставалось для планета бомбы. Красавчик. Нормально. Все рассчитало, знаешь? Да. Все подсчеты и так далее. Да. Слушай, а ты не хочешь подсадочку здесь делать? Так сказать, давай. Мы что-то выигрываем. Вот здесь. О, да, давай. Ой, хорошо как. Так, самое главное, смотри длину, а то да, у нас была одна такая игра. Да, там где чуваки типа стояли просто... смотрели просто такое. Что-то они не выходят. Здорово. Вот этот нежданчик, понимаешь? У нас каждый раунд у нас какие-то нежданчики. Да, кстати, там бомба. Думаю, можно пройти и забрать ее просто. Да шо ж ты? Ты всех убивать? Вот сейчас, ребят, вот сейчас представьте, вот, ой, вот сейчас вот этого вы не видели, на этом моменте вы моргнули, закрыли глаза или что-нибудь еще. Я просто сейчас очень тупо как-то зажал, там прям очень-очень тупо. Сколько? 10 фрагов уже, офигеть. Не надо, тут просто, видишь, наши просто эти враги, они на нас просто вылезают. Реально. И сами подставляются под пули, я не знаю. Минус. Вон еще один. Олег, ты прикалываешься? Да я не правда, знаю, давай, это я слишком просто. Это слишком просто, я не знаю. Может, ботов попробуй пожестче, пожалуйста. Так, ребят, вот, да, теперь мы меняемся командами. И теперь, что, теперь у нас террористы, да? Все, да, давай. Мы террористы. Сейчас, если мы, нам осталось выиграть всего лишь два раунда, да? То есть, если мы выиграем два раунда, то все, это изи победы, ГГ, ВП. Че, куда бежим? ВП, ты, ну, на Б, наверное, да? Нет, на А побежали. А же не закрыто, да? Когда они смог закинули? Уходи. Ушел? Успел, да. Красава. Че, погнали через длину, просто выбежим, дойдем по-быстренькому. Так. Да я он... Один убочек, длину. Один убочек стоит. И один на девятке. Один на хэвоне. Найс. Да твою мать! Илья! У меня все фраги! Ну сори, я не специально же! Че по фрагам, Илья, два фрага? Классно. Маме расскажешь, как ты фраги разбираешь. Да, самое главное, у Ильи Биг Стар, у меня коллаж. А, потому что я противника не вижу, я все играю закрыто, ты вылетаешь. Ну ладно. Так, тихо. Че там у них? Ну вылези еще раз. Один слева сразу будет. Один на девятке? Да ты стебёшь просто! Ребят, ну это реально как с ботами было! Давайте мы, наверное, я не знаю, еще одну катку что ли запустим. Ну что, друзья, мы перемещаемся на другую карту. У нас второй раунд, вторая игра в режиме напарников. И у меня, да, уже второй напарник другой, немножко это Саня. Тот не вытерпел. Да, нет, просто... Хей-йоу, ребята, хей-йоу, братишки. И ей надо было срочно отъехать, вот, поэтому Саня решил, так сказать, подменить. Вот, и поэтому... Меня силой заставили. Мы сейчас играем... Ну, конечно! Какой-то ты говно, понятно. Ты будешь проходить. Сань, он слева. Сань, пожалуйста, убей его. Сань, давай. Хорошо! Молодец! А ну что ты пошел?
Да, ну, слушай, у тебя шансов так-то вообще мало. То типа... Просто хэд! Он в P2000. Бывает и такое тоже, бывает, знаешь, как бы грусть, радость, разочарование, но я надеюсь, у нас получится выиграть читокатку, ребята, мы будем потеть, мы будем стараться, и надеюсь, у нас получится. Ну, блин, вообще в клетку, на самом деле, непривычно играть, после того, как ты не играл в нее где-то месяц или полтора, что-то такое. Я постоянно раз играл на стриме, и то там одну карточку. Да, сука, ты, блин, слушай меня. Как так, Саня? Я не знаю, он просто у меня такой... Так, я минус 67, ну серьезно, что ли? Хорошо, он просто у меня такой, привет. Я дал ему по голове раз, потом еще пару раз попал. Так, Сань, по идее, сейчас мы можем сделать уже бай. Вот, закупайся всем, чем только можешь. Самым мощным оружием. Самым мощным оружием. Вот, поэтому... У них АВП. Давай, давай, отлично. Минус один? Да, это я красавчик вообще. Если бы не я, ты бы не попал бы, я твою пулю направил. У дропрума. Сейчас заражу. Хорошо! Хорошо, ну. Пошло, отлично! Так, бомбу не успею, правда, поставить, скорее всего. Давай. Ай, чуть-чуть не хватило, секунду буквально. Олег, дай пять ножом. Не, Сань, давай не сейчас. Тут у нас, ребята, ответственная игра, тут реально надо потеть, тут надо сейчас стараться. Так, Сань, погнали со мной. Не туда не иди. Ну, может, Сань, тебя убью там. Я буду типа, я здесь, нас много тут, мы нападем на вас. Во. Сань, ты же понимаешь, что так не работает? По голове, что? Так, ладно, я понял. Вы какаски, да, фу. Бяки, я вас убью. Сань, ты выходить собираешься, нет? Да, я стесняюсь. Где второй тип, я не понимаю. Вот он. Там два их? Да. Оу! Красавчик. Вот этот чай, конечно, красиво было, да. И... Вау, ребят, за это по-любому надо поставить лайк. Я так всегда делаю. Офигеть просто! Тебе АВП подарить? Нет, спасибо, Сань, пока ладно, нет. Ладно, я сам пойду. На вас пока, пока с калашком идет, я, так сказать, буду с калашком. Что-то я сейчас прям вообще раздал что-то нереальное. Не знаю, что это было, конечно. Нет никого, какого хрена? А, вот он, где? Выгляни. Покажи ему улыбку мне. Так, найс, минус один. Сань, погнали вместе, погнали вместе. Я с АВП. Фух, все. Зачем я вообще нужен? Я могу. Сань, ну в смысле ты нужен? Ты нужен? Ой, сейчас смотри, сейчас подозрение на щиты. Да. Я люблю, слушай, вот знаешь, не играешь в КС-ку чисто месяц, да, полтора. Заходишь, играешь хорошо, и потом просто начинаешь... Сань, ВХ по-другому пишет. Я знаю. Саня, ну ты что? Как можно было... Так, у меня граната прилетела. Минус 75 хп. Классно. Подожди. Так. В смысле? Там АВП у них? Что там, Сань? ССГ. Я проверил. Всегда проверяю. Так, ладно, хорошо. Надо придумать что-то. Надо придумать план, тактику. И он хорошо играет с ССГ. Ни разу не промахнулся. А кто лучше играет, Сань? Ну это ты не с СГ, это с АВП, так что, видишь, нечестно. Где он? Так, знаешь, чего я сейчас боюсь? Чего? Думаешь, он крышит? Где он? Я не знаю, где он. Ага, всё. Вот, все. Нас поставим. Олег, я не знаю, что... Ребят, я серьезно не знаю, смотри, они... Я обожаю это, обожаю! Ребят, я не пользуюсь читами, я никогда не покупал, никогда не устанавливал все читы для КС-ки. Никогда в жизни, я всегда был против этого. И меня также бесят чуваки, которые пользуются ВХ или еще какими-то читами в КС-ке. Меня они просто навсего раздражают. Вот, и, конечно, я не пользуюсь... там ССГ. Ой-ой-ой-ой, Саня. Олег, я боюсь тебя убить больше. Да не убей, не бойся. Хорошо, что? Вот, молодец, видишь, самое главное просто не бояться.
Видишь, вот смотри, сейчас они не напишут, что я читер, я никого не убил, блин. Теперь Саша читер. Теперь Саша читер. Не, Саша не, потому читер. Что нет, ты написал, типа, они написали в ВХ, значит, ты мне инфу даешь, типа. А, ну да, 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 так и есть. Да, точно, так точно, есть, точно. Кстати, да, что ты. Спокойно. Да, блядь. Может, я в смок постреляю. Ой, здорово! Тихо, уходи, 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 там, по-моему, ВП у них. Я не буду уходить, Саша никогда не уходит. С поля битвы? Так, я пойду через дропрум. Ну, это будет логичнее, чем нам идти через одну точку вдвоем. Ну, ты сам понимаешь, да? Нет, ты просто меня кинул! Это ССГ. О, вот Олег, зря, скорее. Говно ВХ у тебя. Чё, меняй прям... подрядчика. Поставщика. Поставщика, что-то у меня. Говори своего поставщика. Сейчас, знаешь, что делаю? Ниндзя дефьюз? Подожди, дефьюзишь? Знаешь, что это бомба? Я надеюсь, что он не догадается. Как, тихо. Давай, давай, давай. И чё, и чё? Да, минус! Подожди, он не успеет. Да, он не успеет, но я так и знал. А как он, подожди, как он со спины-то подошел ко мне? Причем так тихо, самое главное, ты да. Смотри, а? Ну ладно, хорошо. А, все. А, мы меняемся сторонами так быстро, офигеть. У нас нам смотрите, осталось, смотри, у нас нам осталось, стрим. Да, нам осталось выиграть 3 раунда для полноценной победы, так сказать. Вот, нам сейчас самое главное отстоять просто вот, их, скажем так, раш на наш пуэнт. Вот, да, поэтому... я сейчас, смотри, смотри, как я могу. Сань, ты куда бежишь? Точнее, как не могу, смотри. Это не знаю, это дроп-рум, 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 эй, Саня. Эй, вы говно. Сань, дроп-рум. Я знаю, эй, вы говно. Они двое вдвоем там. Я знаю, эй, вы говно. Меня поджидали, прикинь, прям так. Ой, смотрел на меня. У него ВХ. Ну, я по нему пострелял хорошо. Давай, нет. Давай, 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 давай. Это ты по нему стреляешь хорошо. Я вообще мазил. Да, ай, минус 39, ну минус 39, ай, это была такая перестрелка, я должен был ее забирать, я обязан был ее забирать, это была бы уже изи игра, просто... Олег, ты подвел всю игру. Ну, ага, конечно. Все, я выхожу. Не, Сань, я тут такое выдавал в этой игре, я не могу проиграть. Так, я буду стоять здесь, вот сейчас надо халдить, скорее всего, и ждать, пока они сами выйдут на нас, чтобы, если что, зажать. Вот, да, длина будет. Да, я знаю, я слышу. Эх, мне гранатку кинули, как это классно. Ты не только слышишь, ты и чувствуешь ее. Ну да, так сказать. Стой, стой вот так вот, да, вот, молодец. Стой вот так вот, жди просто, пока они будут выходить, начни стрелять, и я потом... Так, они бегут. Давай, давай! Саня, он... Хорош! Саня, ты что, бай делал, что ли? Хорош, Саня! Блин, ну, кстати, сейчас этот байт вы зарешал, на самом деле. Просто я-то делал эко, у меня был только пистолет. Блин, классно. Классно, классно, классно. А я даже не вспотел. Фу, как это было сложно, блин. Где мои успокоительные? Это дроп-рум будет, скорее всего, Сань. Вот туда, куда ты бежишь, да? Или они колтят? Нет, двери. Ты уверен? Я не уверен, я их чувствую. Ты должен убить его. Я знаю. Я постараюсь. Не убьешь ты, гей. Ну давай! Не убьешь ты, гей, не убьешь ты, гей. Вот ты видел, как... Мне нравится, как с этим оружием идут, знаешь, все это подкрадывается вот так вот. Он вот так держит смешно, просто забавно в руке, не знаю. Саня, решающий раунд, последний, отлично! Не хочу АВП. А, кстати, если мы сейчас выиграем, то, по идее, мне дадут ранг в режиме напарников, отлично. Ребят, если бы вы хотели видеть режим этот почаще, чтобы мы снимали пошел. Не только его, точнее, не только Маничка, но еще и такие пошел. Режимы, то ставьте лайки и пишите об этом я в комментариях. Еще. Да, ну а на этом сегодня наша серия подошла к концу. Надеюсь, она вам понравилась. Медалика ваш двойной магистр и хранитель элиты. Блин, это очень круто. Ребят, надеюсь, вам понравилась эта серия. Поставили лайки, подписались на все наши каналы. Ну а с вами были, как всегда, Кофе, Алекс Фокс и Эксайл. Вот, и всем до скорой встречи, и всем пока-пока. Пока-пока, ребята.